которые у нас волнуют. Давайте. Первый из них – это, безусловно, въезд в общий двор. Его надо заасфальтировать. Когда мы убрали в 2015 году мусорные ящики с улицы на улицу, а убили Умель-Мелитополь дорогу, 5 лет мы ее никак не можем восстановить. Были просьбы старшая по дому 103-го дома, и мы обращались на разных уровнях, пока не начали писать письма уже на власть. Но, слава Богу, начинаем реагировать, то есть ждать результаты. То есть первый въезд надо сделать, заасфальтировать. И там надо опустить люк, потому что если вы будете ехать машиной, у вас проблемы будут. И у таксистов были проблемы. Люк надо опустить ниже. Это вот первый. Второй вопрос. Придомовая территория. Вот здесь или плитку надо уложить, или асфальт. Мы согласны на любой вариант. Но все вот эти вот дорожки, которые выходят на улицу, их надо или заасфальтировать, или положить плиткой. Потому что женщине ходить вот по этим, ну, просто неудобно. Второй палец зашел. Третий вопрос. Примерно 4-5 лет назад чистили Кизиярскую балку. Демонтировали плиту канальную и демонтировали металлические решетки. Увезли металлические решетки, бросили плиту и выполнили работы. Своими силами жильцы восстановили плиту на место, а вот ворот или так этой самой нету. Идти туда ходят бомжи, наркоманы, там собираются, там мы организовали там. В прошлый раз, когда тут заседание было, вы приходили сюда, 5 лет назад, да, и мы за эту балку поднимали вопрос. Вы подходили, что вы сказали, милицию будет дежурить здесь. Есть коллективное обращение к вам. Но пока, то есть хозяин этой балки должен восстановить туда металлическую решетку, чтобы туда ограничить доступ. Это третий вопрос. И четвертый. С той стороны поставили, благодаря вам, потому что вы подписали, будет установлена твердобытовые отходы, площадка, установили. Но установили рядом у дороги, хотя у нас была возможность ее отодвинуть. Ну так сделали. Но тогда давайте хотя бы к этой дорожке, то есть к этой площадке сделаем нормальную дорогу. Если мы туда выйдем, там ноги можно сломать. И последний вопрос от героя Сталинграда. Это пятый, был 4. Но он вместе. От героя Сталинграда до улицы Гоголя установили хорошую тротуарную плиту. От улицы героя Сталинграда по Осипенко. Да, А дальше ничего нету. И период дождей, все разливается, пройти невозможно. С той стороны дома плитка лежит, но она ниже, чем дорожное полотно. То есть когда-то представители дома положили какую-то плитку. Поэтому надо, Сергей Иванович и Иван Сергеевич, ну сделайте один раз до улицы Героев, до переулка Грязодубовой, вместо, мимо двух домов сделайте нормальную дорогу. Вот это вот все вопросы, которые кричащие. Разрешите отвечать?